На 8 марта с девушкой ехали к маме в гости. Ну, возле торгового центра увидели эту прекрасную собачку. Сердце ребят дрогнуло. Они покормили голодного, уставшего пса. Заметили, что на нем нет ошейника. Решили прийти на время, чтобы найти хозяев. Вообще была боязливая такая, ну ничего, ну не подходила даже к рукам, так вот боялась, была худа, ну ничего, не кушать даже боялась. Через какое-то время парнишка освоился и подружился со всеми домочадцами. Имя ему дали Зефирка. У меня две своих собаки, она вот, ну, с ними гуляет хорошо, вот, ну, ладит. Маленький такой Зефирка, хорошенький. Ну, сладенький, маленький такой. Парню 7 месяцев. Дома ничего не портит. Все правила проживания в квартире соблюдает. К выгулу приучен. В еде непривередлив. Купили ей лежанку, она вот, ну, на одном и том же месте лежит. Все. Хочет, когда на улицу. Сама выходит, все хорошо. Бросится, вот возле двери станет. В семье с другими собаками и с детьми он замечательно приживется. В Смолевичском районе, деревня Кривая Береза, пропала собака, немецкая овчарка. Девочка, кличка Айна. Особая примета – на голове швы от недавней операции. Собака осторожна, но не агрессивна. Если увидите Айну, придержите, пожалуйста, за ней сразу приедут. В следующий раз мы вновь познакомим вас с питомцами, которым очень нужны вы.